27-й урок Мейчина, как я понимаю, он под конец местоимения зарядил. Местоимения довольно простые в греческом. Вот тис, тик, это в принципе и кто, и что. Тис, ти, тинос и так далее. Вот его парадигма, он походит на третье склонение, ну там с некоторыми особенностями лучше запомнить. Это в принципе любой вопрос, и что, и кто может пониматься. А неопределенные, то есть некоторые, кто-нибудь, что-нибудь, все то же самое, только ударение другое. Либо оно наконец идет, либо вообще безударно. То есть просто ударение переносится в конец слова, если односложное, то нет ударения. И мы уже получаем неопределенное местоимение. Косвенный вопрос – это придаточное, которое пересказывает вопрос. В принципе, оно тоже простое. Вот, допустим, вопрос «Тисей», кто ты такой? И точно так же просто, значит, присоединяется, там может меня, сохраняется время наклонения, может меняться лицо. Допустим, «Ротесен алтон тисестин». Он спросил его, кто он такой. Вот, потому что он, да, вот меняется на «эстин», да, а было в вопросе «ай», ну и так далее. «Пуменейс», где ты живешь, где ты остаешься. «Эпиналтос пумены», он сказал им, где он останется, где он остается, где он живет. Это косвенный вопрос, еще есть делиберативный вопрос. Тут специфика, что там он в конъюнктиве стоит. Это вопрос, который предполагает ответ в императиве. То есть спрашивает, делать нам что-то или нет. Ну, вот самая классическая, типа «yes, omen», что нам делать. Предполагается, что в ответ им что-то прикажут. В данном случае действие вот как такое предположительное, да, поэтому оно идет в конъюнктиве. Или вот делать нам это или не делать. Поесумен тут то, и мы поесумен. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Относительно местоимение легкое, как артикль, только все формы, где там то в артикле было, они все тоже с г. То есть остается вот это гос, г, го. И так далее. Никакого чередования корня нет. Фактически тут чистое окончание, да, к которому такое придыхание добавляется в начале и все. Относительное, как в русском, это который. Допустим, вот апостол, которого ты видел. У апостола звонейдес. И так далее. Ну, некоторые там есть случаи, когда не как в русском. Ну, я думаю, что это уже проще на текстах приспособиться. Сочетаемость там с отдельными падежами и так далее. Обобщающие условные предложения – сравнительно сложная тема в греческом. Это имеется предложение, когда вот кто бы ни сделал там что-то, или что бы там ни было и так далее. Обобщающие условия. Вот вначале там ставится относительное местоимение, а потом союз «эан». А сказуемое будет в конъюнктиве, потому что под «эан» все идет в конъюнктиве всегда. То есть «госгар эан теле» надо переводить «ведь всякий, кто не пожелает», «ведь всякий, кто желает». «Госгар эан теле тен псюхэн ауту сосэй усосэй аутен». «Ведь всякий, кто не захочет свою душу спасти, не спасет ее». А, ну даже лучше вот это два нету убрать. «Всякий, кто хочет свою душу спасти, не спасет ее». А вот у нас там еще часто «ни» там всякие, лучше их убирать при переводе, чтобы два отрицания не было. «Госан пистеусе сотхесетай». «Кто поверит, будет спасен». Ну, тут еще все время имеется в виду «всякие», но «всякие» они пропускают. То есть слово «любой» пропускают. Вот эта конструкция означает, что «любой». «Госан пистеусе сотхесетай». Вот, кстати, у Лютера основание, одно из оснований его трактовки – это вот эта фраза, что «кто бы не поверил, всякий будет спасен». И прошу внимания обратить, что тут пассив – это значит, что он не сам спасается. Даже вот самим актом, что он поверил, он тем не менее не спасается, спасает все равно его Бог. То есть в пассиве все равно идет. А то, что он поверил, это просто признак того, что его Бог спас. Словарь. Айтео, прошу. Ну, тоже у меня пока нету
аналогов. Русский my tail. Эй, это или, ну а в косвенном вопросе оно будет ли. И по ротау спрашиваю, ну это ротау, которое уже было много раз только с эпэ. Ну вот эротау тоже прошу. Это все варианты спрашиваю. Эпэ ротау или эротау. Ну и вот тут пишут даже, что в кайне вместо спрашиваю все эти значения пошли как прошу. В современном греческом можно и спрашиваю, и прошу переводить. Многочисленные образования от глагола ротау. Карпос – плод, карп. Крисис – это суд вообще-то, и он будет склоняться как басилевс, то есть крисис – крисеус. Ну, можно кризис запомнить. Было тут уже крин этой, крино, да? Сужу крино, а суд будет крисис. Дальше тут всякие местоимения, которые проще так и запомнить. Они, как правило, еще выступают как эти, как союзы. Вот так все время вводятся придаточные. Особенно в современном греческом часто, потому что современный греческий утратил часть оборотов, и они вводят придаточные через эти местоимения. Гопу где? Гос уже было ранее. Готан когда? Или когда бы ни? С конъюнктивом будет. Готе просто когда без конъюнктива. Ун очень часто в Евангелии, это просто связь предложений. Пино пью, в принципе, родственный нашему легко запомнить. Пу где? Это без вот гопу, где это относительное, а пу это где. Ну, легко его запомнить, один слог, пу, где. Пос как, тис было уже и с ударением, и без него. Фагумай это съем, всякий бактериофаг и прочая всякая хрень. Вот он будет эстхио, то есть будет походить на слово есть в обычной такой своей форме. А, допустим, в аористе он будет эфагон, да, или вот в футуре, в будущем он будет фагумай. Перевод фраз. Первые три разбираю. Осен медекс это юмас. Кто вас, кто бы вас не принял, всякий, кто примет вас. Тут он удекс это его басилев, с того не примет царь. Гайан поесумен гюмин. Поесите кай гюмейс гюмин. Ага. Все, что мы вам сделаем, сделайте и вы нам. Эротесантостинос алтус. Потому что это безударный будет. Эротесантостинос алтус. Тифаге. Будучи спрошенными кем-то, что вы будете есть, что ты будешь есть. Апекритхесан ответили. Алто легонтес готи деял тон фагейн тон артон тон энто ойку. Ответили ему, говоря, что надо ему есть хлеб, который в доме. Ну, тут уже пошли обороты, которые совсем недословны, поэтому я так фрагментами двигаюсь, по частям переводя, и, в общем-то, и все остальные тут достаточно, я гляжу, сложненькие фразы.